Хей, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Hall of Kings. Ой. Полетели. Что мы делаем? Нам нужно отправиться в бездну, просто упав вниз. Никуда, никуда не нужно нам просто падать вниз. Йога очень легко и просто. Так, я понял, почему мы не смогли начать DLC-шку, вы тут помните? Которую я говорю, типа, трупа теней. А из-за того, что я просто нашел кольцо. А на самом деле, DLC начинается из-за другого действия. Которое я сделаю в этой серии, да? Вот это сейчас у нас происходит из-за того, что у нас... одета маска короля. Замечу. Вау. Мы спустились в самую нич. Где... это как бы, знаете, братская могила называется. Где у нас одни трупы. Ой. Блин, она еще наносит нам под ветер. Тень. Это херово. Ну, мы убиваем тень за один удар. Главное сейчас на колючки не нарваться. О! Так. А мне вниз надо? Дело в том, что я не знаю, куда мне хотя бы идти. Тихо. Главное... о! И мощный удар тоже вообще почти не использую. Так, ладно. Сияющий. И мы заснули. Это, знаете, тут древнее яйцо, которое мы собираем, типа. Ну, у нас их сколько? 4 уже или 3? Любая жертва ради цели. Трупы падают. Либо они просто падают, либо это скидывают. Без разума для душ. А, без разума для дум. Душ. Без воли, чтобы ее сломить. Так, я правильно шеду? Без голоса, чтобы горестно кричать. Горестно. Рожденный пустой. Пустой и богом. Это нас говорят? Рожденный пустой и богом. В одном флаконе, да? О. Ты запечатаешь тот свет чумой, что наводило их грезы. Ты есть сосуд. Ты полый рыцарь. О. Пустота. Сердце пустоты. А.
Блин, я здесь очнулся. Я думал, я уже на выходе сейчас буду. Черная. Пустота, что была спрятана внутри ныне, свободно объединяет пустоту в волю не с носителя. Этот амулет является частью носителя и не может быть снят. Короче, все. Я типа нейтральный, да, у нас предметик. А, они там теперь безвредные, они нас даже не трогают. А вот колючки трогать будут. И пойду туда, куда не знаю путь. Так, у меня аж на руках 6000. На руках у меня 6000. Так, а, да, насчет трупы теней. Ну, я ее так уже назвал, да, пускай такой уже и будет у нас долце называться. Что мне нужно? Мне нужно вернуться в морозные долины. В этих морозных долинах я смогу найти то, что мне нужно. И только там я смогу найти то, что мне нужно. Но сначала... Так, стоять. Полетели. Поставим камешки. Ну, амулеты эти. Нужно будет заюзать карту, посмотреть все тщательно. И отправиться туда. Так, поехали. Раз, два. Быстрая атака. Быстрая атака. Так. Все, у меня все заняты, да, ячейки? Поехали. Куда мне нужно отправиться? Мне нужно прийти вот сюда, вот в Воющие утесы. Для Воющих утесов у меня есть отдельное место. Для этого мне нужно попасть вот сюда, да, это озеро Ун, зеленая тропа, короче говоря. И через зеленую тропу мы с вами отправимся. По идее, должно начаться долце. Должна начаться DLC. Только осталось главное не потеряться и не заблудиться. Две самые главные вещи сейчас. А это куст. Так, вот я как раз. Ну, ничего нету. Как раз на выходе. Так. Текс. Здесь я немножко не помню. Кажется, мне нужно наверх. Так, это сундук.
сундук с врагами. Где выход? Я заблудился. Блин, я заметил, что я вот играю, да, сколько? Ну, я магию вообще не юзаю. Магию я вообще не использую. Это выход, окей. Так, отхилимся. И можно идти наверх. Находится у нас ДЛЦ вот здесь, вот этой вот стеночкой. Выше существуете, слова для вас, а это... Так, это проклятые пустоши нет конца, за ней мира нет. Те, кто по губности своей решил преодолеть пустошь, заплатят полна. Лишись разума, дарованную Steam королевством. Дневник. Окей. Дневничок. Так, вот это вот херня. Осмотреть. Труп огромного жука. Вау. А это наша труппа. Так, мазончик сыграли. Теперь нужно отправляться в Рязмунд. Мы будем с вами отправляться. Так. Оно? Да, оно. Посмотри, здесь покоится это сражался. Полетели. Главное, хотя я полетел, да, но он у меня падает. О, а вот и DLC началось. Ох, вот там у нас тут внезапно появилось что-то странное и зловещее. Ох, я весь аж дрожу от ужаса. Думаю, мне лучше не обращать на это внимание. Так, все, карта.
Карта. Вот и само долца, ребята, началось. Пойдемте, давайте сюда. Пятая. Нас звали, и мы пришли. Ты, кажется, не боишься? Зачем позвал нас сюда? Ах, все равно. Можешь не говорить. Мы пришли, и я чую запах. Оно очень глубоко под нами. Я хочу его найти. Хочу. Это запах. Их. Ты прячешь от меня что-то очень хорошее, да? Не прячь от меня хорошие вещи. Покажи мне и надеть. Надень же, скорей. Надеть? Что надеть? Ладно. Пойдемте сюда. Бабала, Гено. Из-за тебя мы прибыли сюда. Говори с маэстро. Так значит, вот кто нас призвал. Рад встретить, друг мой. Рад встрече. Я Грим, маэстро этой труппы. Фонарь зажжен, и мы в назов явились. Благословная сцена выбрана тобой. Распахана черным червом и корнем королевства. То почва аккурат для нашего ритуала. Что до тебя, друг мой? Ты ведь едва забрался на подмостке. Фонарь назначил тебя роль, и алым пламенем контракт подписан. Желаем видеть мы тебе на сцене, но нужно больше света там. Мрачное дитя. Моя родня разбилась по округе, собирая сущность, нужную моему роду. Пламя грез, вот что. Найди мою родню, забери их пламя и верни его мне. Вместе мы будем творить чудеса. Ну не переживай, кроха, ты не будешь один в своих странствиях. Мое дитя сопроводит тебя и будет собирать в себя ту пламенную сущность. Дитя мое, кажется, и ты играешь в это представление главную роль. Только с ним ты сможешь увидеть мою родню и собрать их пламя. Окей. Так. И где? Вот он, да, он. У нас осталось два. Мрачное дитя. Амулет для желающих пройти ритуал мрачной труппы. Носитель должен найти членов труппы и собрать их пламя. Собранное пламя будет отмечаться на карте носителя. Так, у нас остается буквально каких-то еще два камешка, да? Это тень ткача мне нужно найти. И элегия куколки. Короче, мне нужна элегия куколки и тень ткача. Еще вот эти две вещи. Ткача хорошо, это без проблем мы найдем. А вот с гусеничками придется немножко нам, так сказать, потрудиться, чтобы все их найти. Что я могу отсюда убрать? В принципе, споры я могу убрать и загруженный рой, да? Загребущий рой. Вместо него я могу, в принципе, и одеть мрачное дитя. Баба Гундала. Пламя, отыщи его. Ради маэстро, ради нас. По идее, при первой встрече мне должны были дать амулетик, хотел сказать. Амулет. Не амулет, а этот, типа, знаете, вернее, что позволяет вставлять. А что я от тебя прячу? А ну. Я скорее всего понял, что о чем она говорит. О чем она говорит?
Она говорит, скорее всего, об этом, да? Ах, этот амулет, какая красота! Прекрасная вещица, милая кроха. Дашь ей на него понаблюдаться? А, полюбоваться. Тебе обязательно надо показать его мне. Дать амулет. Пробка сила, да? Ах. Амулет потерян. Такой маленький и такой красивый. А запах, какой запах? Ах. Оле. Ах, как славно, как вкусно, прекрасно, совершенно вещица, только моя, ах. Красиво, вкусно, ха-ха, хорошо, милая кроха, как хорошо, что ты принес мне такой дар. Создатель моего дара? Ах, он где-то внизу, да? Какой хороший дар, очень вкусный. Ты что-то хочешь, милая кроха? Ты что, хочешь забрать у меня мой дар? Их! Тогда ты очень гадкий и жестокий. Дар не просят вернуть назад. Слышь? Дар? Вернуть тебе как мелочно? Но я покажу тебе кое-что, если будешь мил со мной. Сделаешь милость, кроха? Отдай его мне. Твой Гио. Дай мне Гио, и я тебе дар. Ой, бля. Вы поняли. Нет, Гео, как так? Почему тебе недостаточно Гео? Ребят, ну вы поняли, что сейчас я буду заниматься. Ну поверьте, оно того будет стоить с одной стороны. Оно будет того стоить. Так, ладно, теперь мы возвращаем то, что мне было где-то. Что у меня было одето. Так, споры. И тебе. Ай, блин. Придется чем-то жертвовать. Блинский. Давай, ладно, грибные споры. Грибной рой. Одену и это. Посмотрю хотя бы, куда мне нужно идти. Вон, чудик около меня летает. Так, 3 огонька. В принципе, один я могу легко достать. Да, в принципе, все можно быстро достать. Вот где город слез, конечно. Давайте тогда начнем. Тогда с первого. Мы начнем с первого. Очень неприятный на самом деле босс, потому что я не знаю, как с ним драться. Да? А, только когда он наносит мне... Когда он, да, только атакует. Я могу только по одному удару делать ему. Все готово. Пламя поглощено. Так, следующее пламя у нас находится так уж далеко. Ладно, поехали.
Поехали, полетели. Так. Куда мне нужно? Мне. Давайте с города слез начнем. Потому что там самое ближе. А потом спрыгнем вниз. Voilà. Так, город слез. Это городские склады, да, у нас получается? Сейчас нужно будет посмотреть. Да, городские склады. Не, босс на самом деле, так, ну это как мини-босс, да, считается. Трудности с собой вообще никаких не представляют. Типа, почему бы нет? Вот берешь и так атакуешь. Блин. И все. Готово. Пламя поглощено. Так, теперь просто возвращаемся. Просто возвращаемся и идем куда? Так, зеленая тропа. Зеленая тропа, поехали. Как раз в районе где-то минуты. Минуты, да, где-то у нас выходит убийство одного. Ой, отдохнуть забыл. Отдохнуть забыл. Так, куда мне двигаться? Чисто вниз. Двигаемся вниз и вниз. Так, ровно. Так, вот это место, как раз то, что я искал. Вот он, этот жучок. Печать Хаунеста. Или что? Я могу потом этого найти просто, ребят. Торговца. Готово. Пламя поглощено. Все? Больше ж ничего. Ну да, вот, все. Осталось только вернуться. Если что, с деньгами я знаю, как можно решить все. Нам нужно только этого найти. Эту торговца. И забагрить ему весь свой складик вещей. Может, скорее всего, у нас и 15 тысяч там наберется.
Хотя я буду на это надеяться, на самом-то деле. Если мне нужно будет нафармить, да, все, я могу некоторые камни себе поставить на... Грязмут. Поставить некоторые себе камешки на фарм. И буду зарабатывать гео на каких-то мобов. На кучках мобов. Почему бы и нет? Я чувствую тепло. Тепло пламени, собранного вами вместе. Какой виртуозный дебют. Сам воздух дрожит от нетерпения. Милое дитя, какой прекрасный труд. Да вознаградит твое пламя еще ярче. Великолепное дитя выросло. Теперь ты уже не про... Так. Праздный ребенок, а смертельный соперник. Под стать сим полным опасным землям, где мощь его будет кстати. Не забывай про танец, ведь продолжается он. Ищи больше алой сущности, разбросанной вокруг нас. Как только дитя вновь наполнится пламенем, возвращайся на сцену и мы начнем представление. Блин. Так это еще у нас не все оказывается. Теперь у нас здесь находится раз. Так, стоять. Мне легче посмотреть, сколько теперь нужно. Тоже три. Раз. И два. Блин, это буду доставать очень тяжело. И три. Хотя можно сразу отсюда будет вниз спуститься и забрать эту. Такой. Ладно, давайте, короче, тогда мы там закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И в следующей серии мы с вами продолжим собирать души до конца. И пройдем это DLC, поэтому всем пока.